У трех алтайских заказников появились новые автомобили. Сегодня егери Лебединого, Корниловского и Кислухинского заказников получили ключи от везде проходимых фургонов. Три автомобиля поступили в подарок от «Газпрома». В Министерстве природных ресурсов говорят, что сейчас машин хватает, но периодически автопарк придется обновлять. Сейчас в нем числится 8 автомобилей и 7 снегоходов. С точки зрения труднодоступности данных участков, особых климатических условий, которые приходится трудиться сегодня и нашему персоналу, и той технике, которая содействует нам в организации работы. Понятное дело, что частые выходы из строя, и для этого нам необходима более проходимая техника, современная.